Вот, и календарик, да? Пересадку, значит, мы делаем в феврале, марте, апреле, лучше всего в марте. Также можно в августе, сентябре. Обрезка, толстые ветви мы делаем в конце зимы, начале весны. И в течение всего года можно фикус, регустер и почти все другие комнатные бонсай подрезать в течение периода роста. Формируем мы проволокой тоже в течение активного бурного роста, когда идет сокодвижение с марта по август. Удобряем минеральными и органическими удобрениями с марта по сентябрь. Полив, ну понятно, зимой поменьше. Вот с марта по сентябрь максимальный полив, и потом снова на понижение. И размножение в марте, нет, в апреле. В апреле лучше всего делать воздушные отводки, а черенками размножать летом, июнь-июль. Эта табличка относится больше всего, конечно, к регустеру, но к фикусу тоже подойдет. Конкретно про фикус я не нашел таких точных данных, но вот судя по тому, что я прочитал, они достаточно похожи между собой, эти растения, поэтому, в принципе, вот это будет очень близко к правде. Если у кого есть что подметить или исправить, пожалуйста, пишите. Будем вместе работать над лучшим вариантом таблички. Привет, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Вот, фикус. Хотели мы вас фикусом поговорить. И вот такого товарища я нашел. Они стоят-то недорого. Я его купил совсем уцененным на 55%. За 2 евро. 150 рублей там. 200 рублей. Три штучки. Раз, два, три. Это фикус Бенджамина Дании. Я еще никак не мог найти название. Но я полагаю, что это Дании. Бенджамина Дания. Сегодня я его отсюда высажу, посажу в другой горшочек, все три, и проволокой каждый из них обмотаю и согну в три погибели. Так, ну для начала, да, для начала надо замешать там субстрат. Вот такая вот кокосовая, такой кокосовый кирпич, брикетик. Серамис, это вот такая вещь. И лава. Друзья, весь субстрат, что лава, что другие, желательно просеивать. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. И покажу, какой в этом смысл. Вот такая вот штука, сито, очень-очень мелкая. Отсеиваем мы не фракции крупные и мелкие, а чисто пыль. Сейчас очень плохо видно, я на стол все это насыплю и покажу. Ну все. Плохо, да? Все вот это могло оказаться в нашем горшке. Вот насыпалось. Так, ну что, будем пересаживать, да? В пятисеточке я вот использую часто вот такие вот штуки. Даже не знаю, что это, москитные сетки какие-то и что-то еще. Поверх этих дырочек, чтобы
чтобы грунт не высыпался. Все было шикарно. Это нужно приготовить перед тем, как мы начнем заниматься самим деревом. Вся проблема заключается их рассоединить. Да, то есть если бы мы так бы и посадили, то ничего особо делать и не надо. У нас три стволика, я хочу сделать три дерева, которые будут жить по соседству друг с другом. И я хочу немножечко по-разному за ними ухаживать, чтобы прям вот наглядно было видно, какой результат дает. Ну вот, друзья, я практически от всего его избавил, да? Их можно потихонечку растягивать. Сейчас главная задача — это просто их посадить, чтобы они пришли в себя, начали расти. Вот, для начала я просто обмотаю его. Thank you.
это будет? Перед. Первая ветка, вторая ветка, третья ветка, только она потолще, чем все вот эти. Вот так его и оставим. Такая ровность. Вот это значит посерединке будет стоять. Этот будет жить вот здесь, а этот вот здесь. Ну вот, друзья, три наших фикуса. Один радикально подстрижен, другой чуть-чуть совсем придали небольшую форму, третий почти что не трогали. Да, чтобы увидеть, каким образом они будут развиваться. Пускай пока себя растут. Стричь до мая я их не буду больше. Очень возможно, что они начнут терять листья. Во-первых, стресс, во-вторых, зима. Поэтому им нужно место, где не будет сухо, где не будет холодно, где не будет жарко. И, конечно же, светло. Ну что, друзья, прошло 2 недели примерно. С тех пор, как я пересадил, ничего не теряет. Это очень меня радует. И даже формирует новые побеги. Call.